Важные события для Белтелерадиокомпании. Сегодня команде крупнейшего медиахолдинга был представлен новый руководитель. Накануне президент назначил на должность председателя Ивана Эйсмонта. Известный журналист и опытный управленец в Белтелерадиокомпании он почти 15 лет. Прошел все ступеньки от экономических и криминальных новостей до итоговой аналитики. Возглавлял, пожалуй, лучшую кузницу тележурналистов страны, агентства теленовостей. Последний подработал на позиции заместителя председателя компании. Представляя нового руководителя, глава администрации президента Наталья Качанова говорила о необходимости объективно подавать информацию, честно и справедливо рассказывать о самых разных событиях в стране и мире. Это и есть основная идеология и принцип работы медиахолдинга.